мой дорогой горной. Навстречу шел мне перо в руках, сумой огромной достал свою я шпагу и пистолет червленый. А ну гони-ка деньги, ну ты обманщик подлый. Не смотри так на меня, что не успел испить, что не успел испить сегодня вискаря. Пересчитал те деньги и оказалось много. Набив карманы туго, отправился в дорогу. Принес домой Дженни, она вся засияла. В любви клялась мне вечно и ласкала, обнимала и сказала, погодя, а не испить ли нам, а не испить ли нам немного вискаря. Заснул спокойно ночью во сне, мне снилось злато, рубины, изумруды, сапфиры, бриллианты. А в это время Дженни патроны подменила и капитана Феррелла тихонько пригласила, чтобы он забрал меня туда, где не дадут, туда, где не дадут мне выпить вискаря. А утром на рассвете открыл глаза с просонку и вижу, друг мой Феррелл с гвардейцами вдогонку. Но где же моя шпага и пистолет паленый? Наручники надели, теперь я заключенный. Ведь дала она меня, а мог бы попивать, а мог бы попивать из пляшки вискаря. Уж если кто поможет, то братишка мой из армии. Когда сбежать удастся мне в Корк или Килани, объединим мы силы, направимся в Килкенни. Уверен, не предаст меня, как эта стерва Дженни. И мы будем там гулять и весело играть, а также попивать из фляжки вискаря. И мы будем там гулять и весело играть.